Бирск – это только пельмени? Я покажу тебе настоящий Бирск. Наш город был построен как крепость на Галкиной горе над рекой Белой для защиты края от набегов кочевников. Здесь, на Галкиной горе, все и начиналось. Это Михайло-Архангельский храм, старейший из храмов города. Он горел во время осад и строился заново много раз. Вокруг него старый центр города. А с колокольни видно новый. Центр города, построенный в 19 веке купцами, сохранился почти в первозданном виде. Украшением архитектурного ансамбля центральной площади, выполненного в кирпичном стиле, сердцем и символом города, является Свято-Троицкий собор. Беряне любят свои достопримечательности и даже в разлуке с родным городом хранят их образ в памяти. Хочешь узнать историю города подробней? Загляни в исторический музей. В городском музее не только древние экспонаты. Там можно научиться ремеслам, которыми владели наши предки. Попробовать их самому и приобрести сувенир на память, сделанный бирскими умельцами. Лучшие традиции наших мастеров сохранены в современном производстве. Биряне всегда отличались гостеприимством и щедростью угощений. Потому и славится так наша продукция на всю республику и даже за ее пределами. И предприятий по ее производству в городе не хватит пальцев, чтобы сосчитать. А вот и пельмешки. Проголодался после экскурсии? Разнообразнейшая бирская кухня к вашим услугам. Хочешь поесть на скорую руку? Заказать банкет с друзьями? Отметить торжество? Множество кафе в шаговой доступности, как и все в нашем городе. А здесь научат желающих, как приготовить все эти лакомства самому и даже сделать это делом своей жизни. Традиции и новые технологии не растут на пустом месте. Это и купцы понимали. Бирская система образования чуть не ровесница города. Думаешь, куда пойти учиться? У нас широкий выбор, все профессии важны. Выбирай на вкус. Хочешь, занимайся технологиями будущего. Хочешь, химией. Можешь стать медиком или фармацевтом. А хочешь, погружайся в историю с головой и проживай сразу две жизни. Почувствуй себя бирским стрельцом 16 века. После учебы и работы биряне любят отдохнуть, и отдых у нас самый разнообразный. Можно сходить в кино, сыграть в боулинг, бильярд. А хочешь отдых поактивней? Все в твоих руках. Джипинг на внедорожниках по туристическим экстремальным маршрутам. Катание на квадроциклах по пересеченной местности. Ну как? А вечерами незачем сидеть дома у телевизора. Приходи на наши концерты в городской дворец культуры. Мы в Бирске умеем и работать, и развлекаться. Если ты прочувствовал вкус нашего города, приезжай еще, он тебе никогда не приестся.